это герой нашего времени. Да. В какой-то степени он действительно герой нашего времени. Для него не чужды такие понятия, как честь, уважение, достоинство. Великолепный музыкант. Но помимо этого он великолепный человек, приятный собеседник. И с ним просто можно беседовать обо всем на свете. Чтобы быть Альцеруне, это не просто носить эту фамилию. Это значит быть носителем определенных качеств, определенных идей. Во-первых, во-вторых, быть способным эти идеи воплощать. Ну, у меня лично такой подход. Может быть, достаточно такой перфекционистический подход, но я к вещам так отношусь. Не только к своей фамилии, не только к своей стране, не только к своей истории и культуре, но и в широком смысле. К порядку вещей у меня такое отношение. Когда семья переместилась из Османской империи на территорию Российской империи, я основала город Новый Баязет. Сегодня это Гавар город. И потом оттуда они стали распространяться. Это Тифлис, Россия, Европа и дальше весь мир. Потом как-то этот процесс пошел вспять. То есть в 20-е годы, когда у нас образовалось государство, мой прадед Ван Арцеруне вернулся. Вернулся для того, чтобы стать одним из основателей государственного университета, а потом через несколько лет и мединститута. Естественно, что я поступил в мединститут. И, то есть, как бы свой долг я выполнил. То есть, я поступил туда, окончил мединститут, и одновременно с ординатурой я поступил в консерваторию. То есть, совершенно сознательно в какой-то момент я принял решение поменять курс своей жизни и все же заниматься тем делом, которому чувствовал призвание, то есть заниматься музыкой. На меня обратило внимание Гуар Гаспарян, и я все, что получил, все знания и все навыки в области академической музыки и классического вокала, это все благодаря ей. Благодаря тому, что 5 лет я провел в ее классе, под ее патронажем, под ее бдительным вниманием. И, в общем, я считаю себя воспитанником в этом смысле, говорю, господа. Интересно, музыка, предположим, какого-то бразильского племени, я ее могу достать. То, чего нельзя было представить себе, хотя бы минимальную возможность 100 лет назад каких-нибудь. В этом смысле ресурс музыкальный, то есть все то, что было создано в течение нескольких столетий в области академической музыки, нескольких тысячелетий в области этнической музыки, и нескольких десятилетий связано с электронной революцией в музыке, весь этот ресурс сегодня в распоряжении любого композитора. То есть, имея подобные возможности, да, и эстетического плана, и музыкального плана, и профессионального плана, сидеть и разделять музыку на какие-то территории – просто пустое занятие. Поэтому этим и продиктовано мое свободное отношение, совершенно свободное отношение ко всему ресурсу музыкальному. То есть, если я чувствую, что в этом произведении мне нужен дудук, я его использую, не оглядываясь на жанровые как бы рамки. Сознательно разрушаю какие бы то ни было жанровые границы. И в плане использования музыкальных инструментов, и в плане использования эстетики музыкальной. То есть вы можете услышать
мотивы, напоминающие или ведущие ассоциациями вас к средневековой европейской музыке и одновременно восточный или африканский компонент? Или, предположим, индусскую бансуру и армянский дудук? То есть в этом смысле я очень активно пользуюсь открытым полем. То есть это поле я называю ресурсом, музыкальным ресурсом, и это самое главное достижение музыки 21 века. Конечно, есть циклы и произведения у меня, которые выдержаны в определенной эстетике. Например, «Комитас 10 откровений», цикл песен, и он выполнен в эстетике камерной музыки. Песню написал 17 лет. Закончил всю работу в 37. То есть осознание того и вообще идея того, что... То есть это же не песни, то есть это действительно откровение. Потому что сказать, то есть описать, предположим, момент, когда создавалась какая-то конкретная песня, я не могу. То есть это как бы складывалось совершенно органично, параллельно с течением моей жизни. Просто пришел момент, когда я понял, что работа закончена, когда надо как-то это описать, как-то это назвать. И тогда пришло понимание того, что этот цикл нужно назвать «Комитас 10 откровений». Цикл написан на стихи Комитаса, и это творческое взаимодействие тоже привело к сознанию того, что есть долги, которые обязательно надо отдавать. И в свое время, в 2004 году, вместе с моим другом Дмитрием Левоняном, мы решили переиздать цикл стихов Комитаса. Мы это сделали под редакцией Айдина Морикяна. Это была последняя его работа, которую он редактировал. Мы собрали из возможных и невозможных источников стихи Комитаса, и наиболее полное издание было выпущено в 2004 году. И я этим тоже горд, что сопричастен к этому событию. «Комитас 10 откровений» тоже вошел в цикл обязательной программы школьной для прослушивания или для разучивания с 7 по 10 класс предмета музыки. То есть это, кроме того, что очень почетно, это еще и, конечно, определенная ответственность, потому что я чувствую эту ответственность, не изгибаюсь, конечно, под ней, но говорю об этом с гордостью, говорю об этом с гордостью. То есть, помимо того, что цикл активно исполняется, помимо этого, есть еще какая-то пассивная форма его существования, вне зависимости уже от моего концертного бытия. И это меня очень радует. Это меня очень радует, потому что для меня это тоже показатель того, что, может быть, не все то, что я делаю, так неправильно. Одно из направлений, в котором я пытаюсь выразить свои музыкальные идеи, это направление описывается как прогрессивная музыка. То есть сказать, что это рок-музыка, это практически значит ничего не сказать, потому что по форме и содержанию это давно уже вышло за рамки тех представлений, которыми описывается рок-музыка как таковая. Поэтому и вошел в употребление термин «прогрессивная музыка», то есть в широком смысле. Потому что ресурс, используемый в
этом жанре колоссальный. То есть вы там и симфонический оркестр услышите, и рок-группу можете услышать, и этнический инструмент, все что угодно. То есть все, что нужно для того, чтобы как бы оставаться в контексте вот этого течения. Если говорить о духовной музыке, то, конечно, разговор начинается... То есть его надо начать с моего участия в хоре «Нарек». Это с, в общем, начала 90-х. Это хор, который был такой полулегальный хор, тогда еще были полусоветские времена, и мы исполняли в основном армянскую духовную музыку, то есть, собственно, литургию и всю ту музыку, которая была нотирована в основном Комитасом для мужского хора. Это и было моим начальным образованием. Это мой первый контакт с духовной музыкой и профессиональный контакт, потому что я пропел там 6 лет. После этого, конечно, я еще и год работал в капелле национальной под руководством Чеки Джаза. Постепенно, постепенно, я думаю, что я подготовился к тому, чтобы перейти к нашему материалу духовному. И опять-таки мне очень повезло, потому что наше сотрудничество с Асмин Бардасарян привело к тому, что мы записали 11 шараканов Месропа Маштоца. Это 11 сохранившихся, доподлинно сохранившихся шараканов из 130, написанных самим Маштоцем Исааком Партером. И мы записали их в начале, и я также их оркестровал, аранжировал, и этот альбом в 2011 году тоже удалось издать с помощью нарекации Института искусств нарекации. И я уже просто с гордостью могу сказать, что этот цикл вошел в программу предмета музыка общеобразовательной школы. То есть для подрастающего поколения он стал активным компонентом воспитания вкуса и воспитания самосознания. Отсутствие вкуса. Это страшно и для зрителя, и страшно для музыканта. Для музыканта страшно тем, что музыкант может всю жизнь посвятить музыке, а публику, у которой нет вкуса, так и не разглядит в нем музыкант. Вопрос вкуса определяет отношение к культуре как неприходящей ценности. А это очень широкое понятие. Это не только отношение к памятникам старинной, но это отношение к собственной истории, к собственной культуре, к собственному бытию, к собственному будущему. То есть, говоря об отсутствии вкуса, я подразумеваю целый ряд вещей, которые связаны с этим. И которые, к сожалению, для нас, для всех, стали нормой жизни в нашей стране. То есть сегодня работа какой-то группы артистов, какой-то группы ученых или какой-то группы преподавателей, учителей уже недостаточно для того, чтобы изменить существующее положение. Сегодня нужна национальная программа, сегодня нужен государственный подход и государственный ресурс. Потому что мы пришли к очень опасной черте. К очень опасной черте, после которой мы можем потерять память. А потеря памяти, она очень хорошо описана у Маркеса. Так что я, конечно, с болью говорю об этом, обо всем, потому что всеми этими формулами описывается наше типичное состояние в области культуры. Но я не перестаю
я не перестаю быть в контексте собственных ценностей. И я служу с радостью этим ценностям. Это и определяет смысл моего пребывания и в стране, и в музыке, и в профессии, и вообще. Oh.